На улицах Мадрида установили концертные рояли и пианино, причем играют на них не только профессионалы. Присесть за инструмент может любой прохожий. Дуэты также не под запретом. Судя по очередям, затея пришлась горожанам по душе. Музыканты делают все, чтобы покорить публику. Отмечу, это ежегодная культурная акция, цель которой — знакомство с сонатами и симфониями композиторов эпохи классицизма.